Последние погожие дни в Магадане максимально используют строители для завершения работ по благоустройству. Полным ходом идет асфальтирование и благоустройство дворовой территории по Якутской 60. Это место много лет после ввода в эксплуатацию двух новых многоквартирных домов выглядело заброшенным и было не приспособлено для комфортного проживания. И это несмотря на то, что находится двор в центре города, на одной из самых оживленных магистралей. Но город меняется, и совсем скоро жильцы окрестных жилых домов получат современную дворовую территорию с детскими игровыми и спортивными площадками. О ходе работ на строительной площадке «Вечерний Магадан» взял комментарий у директора предприятия «Колыма Мастер Файбр» Максима Максименко. Проект это благоустройство дворовой территории Якутская 60 планируется, нами планируется выполнить устройство травмобезопасного покрытия. Детская площадка, две детские площадки и спортивная площадка. Ну, собственно говоря, будем делать красоту. Здесь будет выполнена за домом спортивная площадка там, с баскетбольным кольцом и тренажерами. И в дворовой территории внутри, получается, две детские площадки. Игровые. Ну, две детские игровые площадки, да, вот с таким красивым узором. Если выпадет снег, производить такие виды работы будет очень затруднительно и даже невозможно. Поэтому фирма «Колыма Мастер Файбр» форсирует работы. Стандартная численность бригады строителей на объекте, по словам Максима Максименко, 5 человек. Но сейчас бригада будет усиливаться дополнительными людьми. Материалы и необходимая техника есть. Поэтому работа будет выполнена, уверен подрядчик.